Не забывайте подписываться на наши YouTube и Telegram-каналы, чтобы всегда быть в курсе последних новостей шоу-бизнеса. Ссылки в описании. Приятного просмотра! Поводом для разговоров стало видео, опубликованное в ее социальных сетях, на котором явно виден небольшой округлый живот у актрисы. В комментариях поклонники актерского дуэта выражают радость и предположения о предстоящем событии, пожелав им счастья и здоровья. Лиза и Илья предпочли не комментировать эти слухи и оставить все в тайне, что только еще больше разжигает интерес к происходящему. Напомним, что у пары уже есть сын Лев, который появился на свет в 2014 году. Фанаты надеются, что эта новость окажется подлинной, и с нетерпением ждут официального подтверждения от самой семьи. Недавно Лиза порадовала своих подписчиков забавной реакцией двухлетнего Льва на новогодние подарки. Параллельно с этим Авербух и Арзамасова только что отметили свой день рождения, а мама фигуриста выразила надежду на семейное счастье. Семейная утрата интереса к общественным сообщениям позволила парам счастливо наслаждаться атмосферой тайны и интриги вокруг себя. Следите за обновлениями, чтобы узнать больше подробностей об ожидании Лизы и Ильи прибавления в семье, если, конечно, эта новость окажется подтвержденной.